Ну вот, чудесный денек на пляже. Вот там вот тунисская деревня, куда я хочу пойти в длинном платье, когда будет плохая погода. Там такая красота. Вот там у меня мое бунгало. 1 минута ходьбы. Вот. Там еще пляж отеля. И там много людей. И эти катера, парашюты, там всякие эти развлечения водные. Там можно угодить под катер. Туда лучше не идти. Вот у нас тут так спокойненько. Вот. Сезон арбузов закончился. Я тут арбузы ела. Вместо этих фанты и колы, и вот это пиво, и вся эта гадость. Вот. Но сезон арбузов закончился. Айрана тут нет. И мне приходится пить только воду из бутылок. Ну, печалька, да. Вот. А так все очень хорошо. Русские немцы давно уже уехали. Последняя пара уехала в воскресенье. Вот. У меня опять спокойная, свободная жизнь. Вот. Нигде не надо договариваться, ждать друг друга. Хорошо. Одной отдыхать очень хорошо. Спокойно и свободно. Ну, вот так вот. В пятницу, субботу обещают грозу и дождь. Тогда я, может быть, вот по пляжу пойду в ту сторону. Там еще большие отели на пляжах находятся. Туда можно идти по пляжу босиком. Там много туристов ходят. Так что безопасно. Собак славят все русские дневники. Это вам не туристы. Вот. И когда будет плохая погода, я хочу вот тут вот походить по побережью. Перед ужином я хожу вот тут босиком по пляжу. Вот слушаю свое радио. Ну, короче говоря, жизнь прекрасна. Я вас люблю, желаю здоровья, хорошего настроения, хорошей погоды. И до следующего репортажа.